Всем привет, ребят. Немножко есть дело, не успеваем видосики пилить каждый день. Сегодня у нас будет битва гильдий, прохождение на английском сервере. Надеюсь, там у нас будут интересные соперники. Посмотрим, что да как. Так, окей, 344. 330. Ну, что-то печально, все 380. Ну, плюс-минус силы равны. Да, ну тут смотрю. Посильнее гильдии, чем наша. Окей. Поехали, будем пробовать смотреть. Ну, здесь всегда битва гильдий интересная была, поинтереснее, чем у нас. Так, ну тут у нас Фрейя. Огнекрыла нет. Окей. Угу. Даже так. Не вопрос. Так, смотрим, что там у меня по героям. Мохнатка. Ну, вместо мохнатки мы возьмем сейчас. Наконец-то я сегодня, кстати, забрал скин на копа. Дончик уже со скином. Так, 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 так. Где там наше седло? Берем сюда седло. Так, вместо бугимена дерево. Плюс огник, и у нас должен быть нормальный баф. А, так, Фрейка есть. Ворожая, попробуем ремочку, как обычно. Так, ну и огник. В принципе, нормально, поехали. Нуц Нео. Не знаю, не знаю. Сейчас мы проверим его деф на прочность. Я пока до сих пор героев еще не докачал всех. Ну давайте, поехали. Ну, смотрите, как мы его ворожая слили. Налегке просто. И огника убрали, ничего себе, остался один ворожей и вражеская Фрейя против моего огника. Да, конечно, неплохо, неплохо. Вот и огника ушатали. Да, ничего так. Ладно, поехали еще разок. Чем хороша битва гильдии, здесь можно не резать героев. О, отлично. Конечно, зря я всех выпустил. Сейчас их там Фрейя ушатает, но такой вариант, наверное, более безопасный. У меня, конечно, на героях есть еще пиромагия. Вот что опасно. Жесть, посмотрите. А, нет, все-таки всех ушатали. Я думал, что все-таки всех не убьют. Нравится мне смертушка, конечно. Прикольный питомец. Ну, как видите, всех практически потеряли. Надо ар, наверное, еще взять. Ну, тактика Сары против Фрейя вообще супер. Вместо Анубиса. От Анубиса, в принципе, там особо такого толка нету. Так, окей, поехали дальше. Кто там у нас следующий? 330. Уже 330. 340. Так, что тут у нас? Ну, как-то тоже странно, блин, нету. Ну, пробуем отсюда забегать. Сразу же, вот смотрите, видите, вот в чем
преимущество Ары. Он просто заблочил, и стрелка заблочил, и заблочил вражескую Фрейю. В принципе, все. Я без проблем послевал всех. Ну и немало, конечно, играет сам смотритель. Так, отличненько. 326 тут следующий. По-моему, он будет. Так, ну тоже нету ничего интересного. Блин, обидно. Жалко, жалко, конечно. Так, ворожая у нас слили. Да, Фрейка, конечно, расшатала, но я думаю, тут тоже не проблема нам будет пройти. Там нету отхила на Фрейе, поэтому она вряд ли что-то сможет сделать. Так, ну что, поехали дальше. Следующего топа ловить. Походу попались бездонатные гильдии, судя по всему. Ну вот видите, вот, просто изи. Ну, останется у нас сейчас одна Фрейя. Ара опять заблочил. Ну вот как-то так. Самое главное, чтобы, конечно, Фрейка не ударила. Тут получается у нас какие преимущества. У нас есть зеленый смотритель, который тоже молчанку накидывает. Плюс у нас есть еще Ара, который тоже молчанку кидает. Вот так вот. То есть тут без проблем вообще как-то пробежались. Так, ну и остался последний у нас 326. Может, тут огник есть? Да, к сожалению, и тут огника нету. Ну вот видите, Ара берется и все, и Фрейя уже практически обезврежена. Единственное, что, конечно, он будет сливать, ну, для этого из дерева. Опять заблочили. Ну вот и все. Вот такая вот битва гильдий. Не знаю, здесь вот именно что я заметил на английском сервере. На битве гильдий у нас практически всегда плюс-минус одинаковые противники. То есть у нас нету такой разбежности, как на китайке. Нет такой разбежности, как на русском. То есть гильдии практически впритык попадаются. Не знаю, возможно, это рандом такой здесь. Ну, сколько я уже здесь воюю, как видите... Плюс-минус по силе гильдии плавают ровно. Блин, на русском там и на китайке это просто жесть. Так, что у нас сегодня по акциям? А то я так толком не смотрел. Ну, такое себе. Донатные. Так, тут книги. Кристаллы, которые не нужны. Уже, в принципе... Ну и тут скин на Орника, пакты. Ну тоже, честно говоря, такое себе. Странно, что еще до сих пор они не продают седьмые руны выживания, потому что расколы не продавали очень быстро. Сейчас пока максимум, что я видел, это, по-моему, шестые здесь, седьмые я еще не видел. Ну, честно говоря, рынок такой себе, конечно, по сравнению с русским, там и с другими, это топовый рынок, но, как видите, на сегодня против остальных рынков. Я жду просто книги плюс кристаллы. Так, что у меня? Почти, ребят, почти 5000, чуть-чуть не хватило, чтобы добить первую пятерочку на этом аккаунте. Ну, в принципе, у нас противники были
не особо сильные. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.